Certo. Gli uomini commettono anche il male. E questo è tremendo. Giuda ha venduto Cristo. Ma chi è stato a comprarlo? Il popolo? Tu pensa agli scribi e ai farisei. Malgrado i loro sforzi, non riuscirono a trovare un solo testimonio che lo calunniasse innocente. E i farisei erano maestri nell'inganno, erano furbi, istruiti. Avevano studiato allo scopo di impadronirsi del potere, approfittando dell'ignoranza del popolo. Noi dobbiamo ricordare più spesso agli uomini che sono uomini e ai russi che hanno lo stesso sangue, la stessa terra. Il male esiste ovunque. E si troverà sempre quello disposto a venderti per 30 denari. E sul Mujik si riversano sempre nuove disgrazie. Una volta sono i tartari, una volta la fame, una volta la peste. Ma lui continua a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare. Porta umilmente la sua croce. Non si dispera, ma tace e sopporta. E prega solo che gli bastino le forze. Come potrebbe l'Onnipotente non perdonare a quelli come lui la loro ignoranza? Tu lo sai bene. Non ti riesce qualcosa o sei stanco, non ce la fai più. Ed un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno. Uno sguardo umano. Ed è come se ti fossi accostato all'Eucaristia. E tutto diventa improvvisamente più semplice. Non è così? Приходилось выступать перед такой аудиторией здесь, в Риме. Поэтому я не совсем точно представляю, что вы от меня хотите. Но тем не менее, я предложу вам какой-то свой план нашей сегодняшней беседы. Насколько я понял, у строителей сегодняшней встречи интересует проблема взаимодействие, так сказать, влияние на кинематографистов друг на друга, так что ли. Вопрос влияния в искусстве достаточно сложный, чтобы можно было бы говорить о том, что вот этот режиссер находится под сильным влиянием того режиссера, а другой этого. Вряд ли это будет верным, если мы будем утверждать это более-менее определенно. Но поскольку кино делается не в безвоздушном пространстве, а среди своих коллег, в кругу других кинематографов, так сказать, в мировом смысле, то становится ясно, что влияние, так сказать, все-таки существует, и невозможно, я бы сказал, его избежать. Но что такое влияние? Это предпочтение какой-то особой среды, так сказать, в которой работает художник. То есть предпочтение его, так сказать, где он выбирает определенный круг близких ему художников и, в общем-то, чувствует среди них себя очень хорошо, в своей тарелке, как говорится. И только, и не больше этого. То есть, если бы вы спросили, каким образом на вас влияет, скажем, ваш любимый Брессон, или Антониони, или Бергман, или Куросава, Мизакучи, я бы не сказал, что таким образом, что я пытаюсь им подражать. Это просто невозможно сделать.
прежде всего. Во-вторых, просто если бы я ставил себе перед собой такую задачу, я был бы просто далек от задач киноискусства. Потому что самое главное в любом искусстве – это найти свой собственный язык, найти способ говорить на языке, который свойственен только тебе и никому больше. Итак, для меня влияние на меня любимых, что ли, режиссеров – это скорее компания кинематографистов, среди которых я себя очень хорошо чувствую. Если я замечаю во время работы, что какой-то кусок фильма или кусочек, кадр отдельный, вдруг становится похожим на то, что мог бы сделать какой-то другой режиссер, я стараюсь избежать съемок этого кадра. То есть я изменяю решение той и другой сцены. Это бывает очень редко. Вот недавно со мной, довольно давно, в общем, со мной случился такой эпизод. Я снимал «Зеркало» под Москвой, фильм «Зеркало». И там был один маленький эпизодик, один кадр, где мальчик, герой фильма, думает о том, как его мать, что делает мать в комнате с женщиной, которой она пришла продавать сережки. Этот кадр был очень довольно прост. Это были крупный план двух женщин, снятый, так сказать, с панорамой, на котором мать, то есть героиня фильма, так сказать, смотрела на то, как хозяйка дома примеряет ее сережки, глядя в зеркало. Причем зеркала не было, так сказать, она смотрела прямо в аппарат, так сказать, давая нам понять, что аппарат это и есть, в общем, зеркало. Когда я построил эту мизансцену, я вдруг поймал себя на том, что этот кадр мог бы быть вполне снят Бергманом. То есть он был так, выглядел так, так сказать, внешне. В этом случае я оставил все как было. Именно так, как и было с самого начала. Так сказать, вот таким похожим кадром. Но только потому, что мне очень захотелось как-то послать привет, что ли, своему коллеге вот так, таким образом. Тот режиссер, который скажет, что он не совершенно самостоятелен, будет прав. Но, конечно, его физиономия выглядела бы иначе, если бы он работал один, совершенно замкнуто, не связанный с другими своими коллегами. Кино делится, так сказать, на режиссеров, которые делают два типа картин, в принципе. Одни пытаются имитировать мир, в котором они живут, воссоздать мир, который их окружает. Другая часть режиссеров создают свой собственный мир. Те, кто создает свой собственный мир в кино, как правило, являются поэтами. Это Брессон в первую голову. Это Довженко. Это Мизогучи. Бергман. Бунюэль. Куросава. И, как ни странно, в общем, все наиболее крупные имена современного кино. Именно поэтому им так трудно прокатывать свои картины, потому что зритель привык к какому-то условному, несуществующему миру, так сказать, в кино, который является результатом его собственных интересов и вкусов. Те режиссеры, которых я назвал, они всегда сопротивлялись, в общем-то, тотальному воздействию вкуса зрителей. Это не потому, чтобы
быть непонятным для зрителей. А для того, чтобы подслушать и высказать самое сокровенное, что есть внутри у тех, кого мы называем кинозрителем. Потому что картины, которые считаются коммерческими, не могут претендовать на то, что они отвечают глубоким, психологическим, глубинным, так сказать, интересам, запросам каждого из зрителей. Я бы хотел немного коснуться проблемы поэтики кино, образа кинематографического. То есть, в конечном счете, мы, наверное, встретились сегодня для того, вам интересно было сюда прийти, для того, чтобы я смог вам рассказать, как я представляю себе кино, как я представляю себе, что означает кинообраз. Каждое искусство, а кино это, конечно, искусство, несмотря на то, что оно находится в унизительном положении сейчас, каждое, так сказать, искусство имеет свою специфику. Что это означает? Это означает какое-то содержание, смысл которого не похож на смысл других видов искусства и суть других видов искусства. То есть, чем одно искусство отличается от другого? Скажем, фотография может быть искусством. Мы это знаем. Существует Картье Брессон, который является гением в этой области. А существует живопись, которая не может быть конкурентом для фотографии, так же, как и фотография не может конкурентом быть в живописи. То, что может кино, не может никакой и другой вид искусства. То, что может литература, не может кино. Тогда бы не было смысла в существовании этих видов искусств, они бы слились тогда, что ли. Мне кажется, что кино единственное из искусств, которое оперирует понятием времени. Речь идет не о том, что это искусство развивается во времени. Развивается во времени и музыка, и театр, и балет, и другие виды искусства можно назвать. Но я говорю о времени в буквальном смысле слова. Ну, что такое кинокадр, который начинается с момента, когда мы говорим «начали», и кончается, когда мы скажем «стоп». Что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация по существу времени. Фиксация и практически это консервы времени, которое мы можем просматривать теоретически бесконечно. Ни одно из искусств не может зафиксировать время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. И эта мозаика, так сказать, еще один пример, чтобы вы поняли, как же, значит, происходит отбор, художественный процесс в этом аспекте. Представьте себе, что в течение часа кинооператор снимает одно и то же, какое-то, ну что ли, действие, какое-то событие. Вот видите, здесь две камеры.
если эту пленку дать нескольким разным режиссерам с ярко выраженной индивидуальностью, мы получим три или там несколько, три совершенно разных фильма. Это ясно. Ну, я не имею в виду этот фильм. Может быть, он будет очень скучным как раз. Но я говорю о том, что, производя художественный отбор, художник выбросит какие-то, с его точки зрения, неважные куски, оставив важные со своей точки зрения. Причем все три фильма могут быть очень интересными. Что я этим хотел сказать? То, что, несмотря на то, что я говорю о точной фиксации, протокольной, я все-таки позволяю себе думать, что остается для режиссера какое-то творческое, я бы сказал, художественное осознание материала и тем самым способность творить в этих протокольных рамках кинематографа. Ну, чтобы, так сказать, немножко отойти в сторону, я хочу сказать также и о другом, что, в принципе, конечно, кино переживает еще вот чисто, так сказать, трудности такого эстетического, я бы сказал, порядка, так сказать, какой-то кризис образного мышления что-то, что ли. Ну, с моей точки зрения, вообще, в частности, цветное кино, которое почему-то всем казалось самым реалистическим, тоже пришло, зашло, в общем, в порядочный тупик. Мне кажется, что цветное кино – это большая ошибка. Потому что любое искусство стремится, во-первых, к правде, к истине, а во-вторых, оно ищет способ обобщения, то есть образного, способ образного мышления. Я объясню свою мысль по поводу цветного кино. Оно, специфика восприятия цветного кино лежит в психологии, в физиологии, психологии восприятия цвета в действительности. То есть человек в жизни живет в цветном мире. Это ясно. Но мы никогда не думаем о том, что мы живем в цветном мире, до тех пор, пока вдруг не вспоминаем об этом вот как сию секунду. Ну как бы, мы смотрим, но не видим. Как бывает, слышим, но не слушаем, но не слышим. То есть, короче говоря, мы не думаем о цвете, когда видим цветной мир вокруг себя. Когда же мы снимаем цветной кадр, так сказать, организуем его, берем его в кадр, мы сразу обращаем все наше внимание на то, что мир, заключенный в этом кадре, цветной. То есть мы все время заставляем зрителя думать о том, что это цветная картина. То есть мы все время заставляем его рассматривать вот эти открытки цветные. Тогда, когда цветное кино, то есть черно-белое кино, простите, черно-белое кино обладает способностью быть очень выразительным и одновременно, не обращать, естественно, на присутствие цвета внимания зрителя. То есть, короче говоря, важнее для реализма этого искусства и правды изображения в этом искусстве то, что зритель не обращает внимания на, не думает, не замечает цвета. Это гораздо важнее, чем момент, когда он его замечает.
То есть в случае черно-белого кино, с моей точки зрения, это искусство более реалистичное, то есть более правдиво. То есть мне кажется, что с момента появления цветного кино вообще искусство кино стало более фальшивым, что ли. Это не только потому, что оно... Не только потому, что, скажем, не знаю, неореализм итальянского кино явился, ну, так сказать, каким-то новой страницей в истории кино и более отвечая на проблемы, так сказать, жизненно важные для человека. Не только поэтому, но также потому, что появилось цветное кино, которое, скажем, реализм не мог бы существовать никогда в жизни в форме цветного кино. Это было бы невероятно просто, это противоестественно. Это пример как раз того, что когда говорят о том, что правда жизни, это еще не значит правда искусства. И сейчас цветное кино стало явлением чисто коммерческим. В свое время были какие-то открытия в цветном кино, когда художники что-то искали, так сказать, в смысле в изображении. Сейчас этого нету. Боюсь, что и не может быть. Потому что это не главное для кино, и это ошибочное. Может быть, важнее было бы для кино стать голографическим. Принципиально. Что значит голографическим? То есть, что это означает, что фильм для человека, сидящего на моем месте, был бы совершенно другим по отношению к зрителю, который будет сидеть в том углу зала зрительного. Хотя углов, наверное, в этом зале не будет. Действие будет происходить посередине. Но мне это ясно, что если взять мерки западные, то, конечно, самым богатым человеком станет тот, кто изобретет и освоит голографическое кино. Потому что начнется новый бум в кинематографе. И я хочу перейти сейчас уже к каким-то практическим, в общем-то, действиям уже, что ли. Давайте посмотрим вот эти кусочки этих фильмов. Для того, чтобы вернуться к тому, что мне наиболее дорого в современном кинематографе. Я хочу их показать для того, чтобы привести примеры поэтического образа мышления, образного мышления в кинематографе. И потом мы вернемся к этой проблеме и закончим, и вы поймете, как я представляю себе то, что мы называем кинообразом. Один кусочек – это кусочек, где молодой, один из молодых семи героев фильма, самый молодой, во время засады на разбойников, лежит на траве, в цветах и трусит, боится, умирает от страха. И посмотрите, как режиссер передает это чувство страха, каким методом, каким способом. Он лежит в траве и дрожит, но мы не видим, как он дрожит, мы видим, как дрожит все цветы, весь ковер цветов, который дрожит вместе с ним от страха. А второй кусочек – это смерть героя, которого изображает Тоширо Мифуми. Если происходит, это драка, схватка во время дождя. В грязи все происходит. И когда Мифуми падает, этот герой падает, у него ноги, у него одежда очень короткая, у него ноги обнажены. И они в грязи. Но ноги грязные. И мертвый он лежит в грязи, и дождик постепенно смывает грязь с его тела. И ноги его становятся совершенно белыми. Белыми становятся ноги. Он умирает на наших глазах как бы. И
еще кусочек, который я хочу, чтобы вы посмотрели, это эпизод из фильма «Назарин», Бунюэля «Назарин», где второстепенный персонаж, женщина, проститутка, которая ранена, у нее ножевая рана, и герой его, ее как-то обихаживает, спасает, ухаживает за ней. Она хочет пить, и она пьет. Смотрите, как это делает Бунюэль. Это тоже довольно такое зрелище, довольно поучительное. Это, пожалуй, единственный эпизод во всем кино, где любовная сцена является необходимостью, и которая выглядит как акт духовный. Как акт, стоящий гораздо, так сказать, где такая физическая близость не обращает на себя главного внимания. Это уникальная сцена. Речь идет о том, что Жан Муро достает... Это последняя сцена ночи, Антониони, вы поняли. Этим людям уже больше нечего сказать друг другу. Они исчерпали свои чувства по отношению друг к другу. Они очень близки друг к другу, но их любовь, их близость... Одна моя знакомая в свое время сказала, жить со своим мужем больше 5 лет – это уже кровосмешение. И в этом случае есть интонация такой близости, которая безысходна. И в этот момент Жан Муро, эта героиня, достает письмо и читает его своему мужу. Это потрясающее письмо, любовное, поразительное письмо. Я тоже впервые чувствовал, как, что, читая письмо, можно испытывать такие чувства зрительские. E poi ti sei svegliata e sorridendo ancora nel sonno mi hai baciato e ho sentito che non dovevo temere niente, che noi saremo sempre come in quel momento, uniti da qualcosa che è più forte del tempo e dell'abitudine. Di chi è questa lettera? È tua. После этого мы видим их объятия, их любовные объятия, похожие, ну скорее на желание спасти друг друга, но как объятия, похожие на объятия людей тонущих. Невероятные силы сцена. Non ti amo più, non ti amo più. E anche tu non mi ami più. Sta zitta, sta zitta, sta zitta. Я показал вам эти кусочки, чтобы вы поняли приблизительно мои вкусы. Чтобы вы поняли, в общем, по существу моих любимых режиссеров. Режиссеров, которые для меня являются кругом моего чтения. Когда я начинаю новую картину, я пересматриваю эти фильмы, которые вы видели здесь. И не для того, чтобы их повторить, а для того, чтобы вдохновиться. Видите, получилось так, я не нарочно, так сказать, выбрал черно-белые картины. Так получилось. Поэзия этих картин, этих режиссеров, заключается в том, что они превращают в драгоценность то, к чему прикасаются. Сцены, которые мы видели, представляются мне уникальными. В том смысле,
что они исключительны по своему, по своей, так сказать, ну как вам сказать, непохожести на быт. И как это бывает с настоящими большими художниками всегда, в этот момент эта уникальность превращается, ну, в то, что мы называем типичностью. То есть в этих уникальных сценах мы узнаем свой собственный мир внутренний. Все эти картины сделаны вопреки желаниям зрителей. Это скорее служение красоте и истине, чем желание кому-то понравиться. Сейчас очень трудно говорить об этих проблемах, почти дико, потому что сейчас никто ни копейки не заплатит за поэзию. Но кино будет существовать только благодаря сопротивлению этих поэтов. И в истории кино останутся картины, которые выражают, так сказать, личность художника, его внутренний мир, а не те, которые сейчас, сию минуту и очень ненадолго нравятся большинству зрителей. Кино с самого начала находится в ужасном положении. То есть, для того, чтобы сделать фильм, нужны деньги. Для того, чтобы написать стихотворение, нужен лист бумаги и карандаш. Я преклоняюсь перед режиссерами, которые стараются делать свои фильмы, собственные. Вы заметили, что все эти фильмы обладают своим особым ритмом. Нынешний продюсер требует быстрого действия, коротких сцен и считает профессиональным режиссером того, который ловко сумеет склеить действие. Какое дело продюсеру до истины? Я хочу сказать вот что еще. Меня спросили некоторые люди здесь, буду ли я отвечать на вопросы. Я не буду отвечать на вопросы, потому что начнется страшный хаос, у меня есть опыт. Я не хочу, я пришел сюда для того, чтобы познакомиться с вами. Так сказать, я хочу рассказать вам о том, как хотел рассказать, как я представляю себе свою работу в кино. Она такая же трудная, как работа в любой области искусства. В свое время американцы сделали анкету, в которой было расставлены профессии, наиболее трудные, начиная с самой трудной, и те, которые, так сказать, приводят к, ну что ли, к быстрой смерти от трудности профессии. Эта анкета была сделана еще до 45-го года, по-моему. Как раз тогда, когда была брошена бомба на Хиросиму. На первом месте оказались летчики-испытатели, а на втором – кинорежиссер. Это не случайно. Это очень трудная профессия. Я бы сказал, истребительная, самоубийственная. Особенно трудна она потому, что очень трудно в кино остаться самим собой. Потому что гораздо удобнее нравиться, чем не нравиться. А важно не нравиться. То есть не стремиться к этому.
То есть как только режиссер начинает думать о том, чтобы понравиться зрителям, он уже совершает ошибку за ошибкой. Он больше думает о успехе, чем о сути своей работы. Кино – великое искусство. Несмотря на то, что сейчас мы видим его полное падение. Это ничего не значит. Искусство всегда, я бы сказал, постоянно и непрерывно находится в состоянии кризиса. Самого, жизни самого. Всегда. Потому что всегда это процесс рождения нового. Поэтому это всегда страдание и мучение. Даже если мне бы не удалось сделать больше ни одной картины, такой, какой я хочу сделать, это бы означало не то, что кино умирает или умерло, а просто потому, что я не сумел сделать эти картины. Для меня кино стоит где-то между музыкой и поэзией. И в лучших своих образцах оно не только достигло уровня знаменитых классических жанров искусства, но и не только достигло, но и твердо утвердилось рядом с поэзией, с музыкой, с драмой, etc. Говорят, что кино быстро стареет. Это неправда. Стареют только плохие картины. Это я недавно пересмотрел один фильм, сделанный очень давно. Это фильм Микеланджело Антониони «Приключения». Он сделан достаточно давно, просто очень давно. Но такое впечатление, что он сделан сегодня. Там нет ни грана фальши, ни грана того, что могло бы устареть. Черно-белый фильм, даже серый местами. Но он не устарел. И если бы, конечно, невозможно снять такой фильм сейчас. Это очень трудно сделать, да и не нужно. Но если бы подобного рода фильмы были сделаны сейчас, мы бы нисколько не удивились. Сейчас кино находится, я бы сказал, в ужасном положении. Во всяком случае, здесь, в Италии, в которой я сейчас работаю, кино находится просто в тяжелейшем кризисе, на мой взгляд. Мои коллеги итальянские говорят, что просто, что кино итальянское перестало существовать. Но речь идет о лицах, о персонах в кинематографе самых важных. Для истории кино. Это слишком, это значит, что проблема действительно очень трудно. Дело в том, что вы сами, зрители, в свое время хотели получить те картины, которые сейчас мы имеем в прокате, скажем, в Италии. Потому что многие, так сказать, кинематограф слишком долго плелся в хвосте у интересов зрителей. Окончилось это тем, что зрители, которые раньше хотели иметь эти картины, уже их не хотят смотреть. E siamo arrivati al punto tale per cui quegli spettatori che originariamente volevano vedere un certo tipo di pellicole adesso già non ne possono più, non le vogliono più vedere. Мои друзья в Италии сейчас переживают очень тяжелые, такое трудные времена. Ну сами подумайте, итальянское кино со своим неореализмом, своими великими, с огромными и очень важными продюсерами, которые сделали такие знаменитые картины, всем известные картины, вдруг
куда-то рассосалась, куда-то исчезла. Где эти продюсеры, которые в свое время были, ну, были просто соавторами в моральном смысле этого слова? Было время, когда члены группы продавали свои маленькие кафе, бары для того, чтобы помочь своему другу-режиссеру кончить фильм. Продюсеры хотят заработать. Они превратились в торговцев наркотиком. Простите, что я так нападаю на бедных продюсеров, несчастных. Я сказал, что я не буду отвечать на вопросы, но я готов ответить на некоторые, если они будут только при одном условии. Переведи, пожалуйста. А если они будут касаться только кинематографа или искусства, если такие вопросы есть, то я готов на них ответить. И заранее прошу извинения, если я не смогу удовлетворить всех, если вопросов будет много. Потому что вам предстоит посмотреть «Солярис». Воды хочешь? У меня есть, спасибо. Есть, спасибо. Проехал, проехал. Perché dopo Solaris e prima di Stalker lo specchio? Почему после Solaris и до Сталкера было зеркало? Почему был вот такой процесс? Будет там особая нужда была? Я не понимаю вопроса. Но каписсимо. Perché non comprende la domanda. Вы спрашиваете, почему между «Солярисом» и «Сталкером» возникло зеркало, как фильм? Была там особая нужда, чтобы... Я совершенно не понимаю этот вопрос. Я не понимаю его потому, что все картины, которые я делал, всегда были теми картинами, которые я хотел делать. И ни одна из них не была мне навязана. Ну, если я отвечу, что я хотел сделать фильм «Зеркало», то я отвечу на ваш вопрос. Io non penso, vedo. Wenders ha detto io non penso, vedo. Viene chiesto se Tarkovsky sottoscriverebbe una domanda, un'affermazione del genere. Wenders сказал, я не думаю, io вижу. Ты бы подписал вот такое выступление? Он сказал, я не вижу. Что я не вижу? Нет. Я не penso, vedo. Я не думаю, да. Я вижу. Вот то, что Вендерс сказал. Ты бы подписал такое? Что не вижу? Он так сказал, я не думаю, я вижу. А, ай капита. Это неправда. Non è vero. То, что сказал Вендерс, это кокетство. È una coquette, una, diciamo, una civetteria, ciò che ha detto Wenders. То есть я хотел сказать, что для того, чтобы хорошо видеть, надо, вернее, для того, чтобы видеть, надо очень хорошо думать. Due domande molto brevi. Tarkovsky dice che il colore rappresenta il cinema commerciale. Michelangelo Antonioni, dal deserto rosso fino al mistero di Oberwald, ha prestato al colore un'attenzione massima. Prima domanda. Seconda domanda. Sia Bulgakov, Pasternak che altri scrittori o artisti russi hanno detto chiaramente che un artista russo il quale sia costretto a lasciare la propria terra è un artista mutilato, privato della sua fonte di ispirazione. Può chiedere a Tarkovsky perché ha abbandonato deliberatamente l'URSS per venire a lavorare in Italia in condizioni così tragiche come quelle da lui descritteci? Что касается фильмов Антониони цветных,
То для меня это совершенно не аргумент. Потому что я люблю фильмы, больше фильмы, черно-белые фильмы Антониони. Это во-первых. Во-вторых, кроме фильмов Антониони были сделаны многие цветные, очень хорошие картины. Я говорил о другом. Я говорил о том, что появление цвета в кино не явилось достижением художественным. Оно не расширило, на мой взгляд, не углубило кинематографический художественный образ. Если вы зададите этот вопрос Антониони, он вам скажет, что я с ним на эту тему, правда, не разговаривал. Но я уверен, что он ответит, что эту картину, особенно первую, а может быть даже и предпоследнюю свою цветную картину, ему было снимать в 1000 раз труднее, чем черно-белую. Почему труднее? Потому что нужно искать новых путей, а найти их очень трудно. И с моей точки зрения, просто невозможно найти новую форму цветного кино, которого было бы богаче, чем достижение черно-белого. Да мне кажется, не надо искать здесь. И мне кажется, что не ci sia bisogno di ricercarlo. Что касается соображений Булгакова по поводу оторванного, покинувшего родину художника, который теряет почву для вдохновения, я не совсем понимаю, почему вы меня рассматриваете как человека, который оторвался от своей родины. С чего вы взяли? Я сделал картину, где главный герой русский. Который находится в Италии. Во-вторых, почему я работаю в этих ужасных условиях? Не трудные, а ужасных, как сказал он. Terribili, sì, queste terribili situazioni, come è stato detto nella domanda. Я не работаю в этих ужасных условиях. Я работаю в хороших условиях. Lavoro in buone condizioni. Я успел понять, что здесь происходит, но это не значит, что я работаю в таких же условиях. То есть, в конечном счете, я, конечно, не испытал тех мытарств, которые испытывают мои коллеги здесь. Но потом надо же попробовать, все надо попробовать. Volevo chiedere che cosa pensa del personaggio della guida in Stalker e più precisamente se trova qualche identificazione lui Tarkovsky con il ruolo che ha il personaggio nel film. Вы понимаете, дело в том, что во всем, что делает режиссер, в конечном счете все он черпает из самого себя. Если его интересуют люди, окружающие его, то, как правило, его интересует то, что ему самому ближе. Но сознательно ставить себе в положение героя Сталкера мне никогда не приходило в голову. Я не имею таких претензий. Скорее уж, мне как-то ближе, писатель из этой картины, персонаж. Хотя я тоже никогда бы не сказал, что в каком-то смысле я идентифицирую его с самим собой. Это не так. Тоже было бы неверно. Да так и не бывает никогда, чтобы художник, чтобы режиссер, автор хотел показать себя в каком-то персонаже. В общем, так никогда не бывает. Человек себя знает гораздо меньше, чем другие знают его. 20 anni fa, all'incirca, sembra che proprio qui sia caduto un meteorite. E rase al suolo il villaggio. Hanno cercato questo meteorite. Ma naturalmente non trovarono nulla.
Un messaggio per l'umanità, come dice un mio collega. O un regalo. Niente male come regalino. E a che cosa sarebbe servito? A renderci felici. Vorrei sapere quanto i film di Tarkovsky nascono nella fase del montaggio e quanto invece la sceneggiatura sia studiata nei minimi particolari. По-разному. По-разному я работаю и над монтажом, и над сценарием. Но только последнее время, последние свои картины обладали тем свойством, что они менялись в процессе съемок. То есть сценарий менялся в процессе съемок. Потому что я никогда, так сказать, мне все время казалось, что то, что уже придумано раньше, до начала съемки, уже следует изменить, хотя бы потому, что это уже все это уже прошло. Что касается монтажа, то мне всегда не хватало времени для него. Вот там раздался какой-то такой тихий такой жалобное мяуканье такое кошачье. Un lamento da lontano. Я очень рад, что вы наконец захотите посмотреть. Sì. Ho capito, grazie. Mi fa piacere, dice che alla fine volete vedere anche il film. Я это понял и благодарю вас за то, что вы меня немножко пожалели. Сейчас вы посмотрите, если вам удастся, картину. И единственное, так сказать, что я хочу попросить, о чем хочу попросить, все-таки, если вы видели раньше прокатную версию, то попытаться выяснить разницу между нею и тем, что было задумано авторами. Это два вида версий совершенно исключают друг друга. А сейчас я хочу поблагодарить устроителей вот этой нашей встречи, моих друзей, которые пришли сюда без моего приглашения, что особенно дорого мне, и всех вас за то, что вы с таким терпением выслушали все, что я вам здесь говорил. E ringraziare voi che mi avete ascoltato con così tanta pazienza, avete ascoltato tutto ciò che ho avuto da dirvi. Grazie tanto. Thank you.